терминалом контейнерных грузоперевозок, который за собой тянет здесь расположение, якобы здесь будут склады под овощи для переправки и по дальнейшим под химсклады, которые будут сохранять здесь селитру и так далее и тому подобное. Вот. И уничтожение всех этих плавней, то есть доступа до речки с молодежного пляжа, наверное, в дальнейшем, потому что здесь экология будет такая, что невозможно. Выселение соседей и так далее и тому подобное. Элеватор. Элеватор. Так что на сегодняшний день собрали причал для того, чтобы причал сказал свое конкретное нет строительству терминала на территории 180 гектаров камышей, фильтра, как говорится, легких Херсона. Для этого я прошу вас сейчас проголосовать для открытия собрания причала по этому поводу. Кто за открытие собрания на сегодняшний день? Все за. Все за. На сегодняшний день надо выбрать секретаря, кто будет вести протокол собрания. Кого выберем с наших лодочников? Предлагайте.